Соус-гель, как в ресторане. Приготовить его можно из любых фруктов, овощей и ягод. Они не только внесут вкусовое разнообразие, но и придадут блюду более утонченный вид и могут использоваться для оформления десертов и основных блюд. Покажу на примере консервированных персиков. Измельчим их в блендере до состояния однородного пюре в течение 1-2 минут. Очень важно, чтобы не было комочков и крупных частиц. В сотейник нальем немного воды и добавим приготовленное пюре. Следующий компонент – агар-агар – натуральный загуститель, получаемый из водорослей. Он застывает при комнатной температуре, поэтому работать с ним очень легко и интересно. Как видите, пюре уже начинает становиться густым. Сейчас нужно довести до кипения и хорошо перемешать в течение 1 минуты. Выключить огонь и оставить до полного застывания. Вот так выглядит застывший агар-агар, что-то вроде мармелада. Разрезайте на части и снова поместите в блендер. Такие куски — это всего лишь основа, в которую нужно постепенно, по 1 столовой ложке, добавлять жидкость и продолжать измельчение. В какой-то момент вы увидите, что в чаше получается тягучая и густая паста. Это сигнал о готовности. Для таких гелевых соусов отлично подойдут кондитерские мешки или тюбики, например, от использованного майонеза или кетчупа. Украшайте десерты и добавляйте изюминки в основные блюда. Делитесь рецептом с друзьями и дайте знать, если вам понравилось.